Послушайте, вы знаете, что такое средний класс? Если вы думаете, что средний класс – это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка. Она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких минимальный размер оплаты труда 11 280, по-моему, в этом году, так? А средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много. Свыше, уверенно, свыше 70%. Это не средний, а посредственный класс такой. Но вы знаете, ведь мы должны исходить из реалий. Посредством. Ну, не посредством, а по методике Мирового банка.